Можно все одеть? Ну, ты мама, ты должна одеть, уметь одеть своего ребеночка. Так. Да. Ой, ой, как? Я забыла. Мы родили. Где у него вперед, где зад, знаешь? Вот это вперед. Угу. А это зад. Окей, хорошо, давай. Переодевай. Сюда. Ой. Вот так ты ребенка вверх ногами будешь держать? Думаешь, ему так удобно? Но, так нельзя. А я не умею. Учись. Может, у твоей мамы скоро будет бебечка, как ты будешь ей помогать, а, Леора? Учись, пока на игрушечной бебечке. А я приготовлю коляску. Нет, надо... Ты бебечку раздела, тебе нужно научиться ее и одевать тоже. Давай. Почему, папа? Как это сделать? Думаю, тебе попу надо натянуть, на попу нужно натянуть. Это очень легко. Опа, мама. Мама. А вот и она одета. Давай, у тебя все хорошо получилось. Я не могу. Тренируйся. Один раз помоги. Только один раз. Давай. Ну, уже почти все получилось. Все, теперь сзади застегни. Все? Получилось? Она. А покачай ее. Баюба. Гузя. Она хочет гулять. По-моему, надо уже ехать домой. Нет. Да, уже сейчас комары начнут кусать, уже вечер. Становится. Это будет совсем темно. Бабочке надо спать, да? Но бабочки уже скоро, как раз пока дойдем, надо будет спать.